Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. С кардана происходит так много крупных событий, особенно в марте 2021. В этом видео я расскажу тебе обо всем, что тебе необходимо знать про кардана или ада. Я думаю, что главный вопрос, почему кардана достигает нового исторического пика, когда все остальные криптовалюты либо падают, либо находятся в состоянии консолидации. Кроме этого, еще есть два важных вопроса. Является ли кардана хорошей? инвестиции и какова ценовая цель для ады в этом цикле напиши в комментариях свой собственный ответ на эти вопросы почему я говорю об этом сегодня потому что мне кажется что мы видим все больше и больше крупных игроков институтов и также известных людей которые поддерживают кардана они буквально продают свой биткоин чтобы купить кардана хотя я не уверен что это правильно известный фонд грайскайл также сообщает о том, что они ведут новый траст касаемо карданы. Что тоже очень хорошие новости. Если что, у них уже есть трасты для эфириума, биткоина, лайткоина и нескольких других криптовалют. Но давайте начнем с простого. Кардана только что получила очень важное обновление. Многие люди говорят, что это обновление сделало кардана непосредственным конкурентом эфира. Давайте же узнаем об этом больше. Input-output. Пишет у себя в Твиттере. Мы на стадии запуска. Сегодня мы можем подтвердить, что обновление протокола Кардана под названием Мэри полностью подтверждено на март этого года. Это еще один шаг на пути к Кэри Гогуэн. Если что, Гогуэн это масштабное обновление Кардана, которое принесет поддержку множества активов на этой платформе и способов использования Карданы. Если ты не знал, то Кардана постепенно становится все более жизнеспособной и все сильнее конкурирует с Эфириумом. Это обновление представит натив токены и поддержку различных активов на платформе Cardano, добавив при этом невероятные сценарии использования самого токена ADA. Так что же конкретно это значит? Ведь это звучит сложно и непонятно. Обновление Мэри – это шаг по направлению к смарт-контрактам в сети Cardano. Что-то похожее делает Ripple с Flare Networks. Теперь, я думаю, вам все понятно и очевидно. Обновление Мэри – это важное достижение проекта Cardano на пути к смарт-контрактам. Запуск этого обновления в основной сети запустит переход протокола ADA из эры децентрализации Шелли, в которой она сейчас находится, к эре Гогуэн. Ну и название она придумывали. Ожидается, что эта разработка привнесет новые замечательные сценарии использования ADA и проложит дорогу к ее процветающей децентрализованной криптоэкономике. Короче говоря, Мэри откроет целый мир возможностей для тех разработчиков, которые ищут альтернативы Эфириуму либо же варианты для перехода с других платформ на кардана. Эта функция трансформирует децентрализованный блокчейн кардана в блокчейн, который поддерживает множество активов, а не только лишь адво. Короче говоря, Cardano превращается в огромную платформу. Также приближающееся обновление поможет кардана в реализации своего обещания о создании широкого спектра сценариев использования. Например, NFT, которые сейчас начинают хайпить, стейблкоины, которые становятся популярной идеей правительств разных стран, DeFi и так далее. Также одной из причин, почему люди так интересуются Кардана прямо сейчас, по моему мнению, является, как ни странно, сам эфир. Людям очень нравится DeFi, нравятся NFT и смарт-контракты, но они видят, что у Эфира очень высокие комиссии. Люди пишут подобные посты в Твиттере. Кардана приветствует всех людей и все проекты, которые переходят из Эфириума. Вам действительно не нужно платить высокие комиссии. Тот факт, что Кардана уже на стадии реализации мультиплатформенности, тот факт, что Кардана это один из тех проектов, которые продолжают очень тяжело работать, приводят людей к идее, что Кардана может забрать... Как какую-то часть рыночной капитализации у Эфириума. По моему мнению, это уже является важной причиной такого роста Кардана. А теперь давайте перейдем к новости, которая меня потрясла, честно вам скажу. Я сразу же скажу, что я даже с ней не согласен. Продавать биткоин за Кардана у меня бы рука не поднялась. Но тем не менее, дубайский криптоинвестиционный фонд FD7 Ventures продает биткоины на 750 миллионов долларов. Зачем? Ну, чтобы увеличить накопление в Кардана и Полкадот. Вот это действительно неожиданно. Итак, FD7 Ventures управляет активами на сумму 1 миллиард долларов. Как видишь, не самый маленький фонд на этой планете. И он продает биткоины за полкадот и кардана. По информации компании, увеличение накоплений в этих альткоинах лучше послужит нуждам инвесторов, которые ищут варианты диверсификации своих портфелей в этом развивающемся прекрасном криптовалютном пространстве. Особенно интересно это в том свете, что Grayscale создает фонд для токена ADA, но об этом мы поговорим немного позже. Давайте вернемся к этой новости и посмотрим, что скажет генеральный директор насчет продажи биткоина за полкодот и кардана. Далее его цитата. Если не принимать во внимание, что биткоин был первым на рынке и общество придало ему значение средства сбережения, я думаю, что биткоин на самом деле довольно бесполезный. Такие проекты, как Cardano, Polkadot и Ethereum являются основой нового интернета и веб 3.0. Это была его цитата, а не мои слова. Я не обязательно должен быть согласен с мнением этого парня. Я просто делюсь с тобой всей этой информацией. Имей это в виду. Команда Cardano работает над блокчейн решением, которое удовлетворит нужды миллионов людей в Африке и других странах, которые не имеют доступа к банковским услугам. В то время как Polkadot продолжает Экосистему проектов, работающих над созданием интернета Web 3.0, где контроль находится в руках пользователей. И снова цитата директора этого фонда: Мне посчастливилось провести много времени с самыми светлыми умами в криптовалютной индустрии. Я хочу сделать ставку на то, что каждый из них, кардана и Эфириум, станет более ценным, чем биткоин в следующие несколько лет. Это очень серьезное заявление на самом деле. Соглашаться с ним или нет, выбор твой. И я не хочу навязывать свое мнение по этому поводу. Но я скажу, что вероятность всегда есть fd 7 Ventures уже начала процесс конвертации своих биткоинов в кардана и полкадот и рассчитывает завершить эти действия к концу этого месяца. Что ты думаешь по этому поводу? Ты бы когда-нибудь продал свой биткоин, чтобы купить кардана или полкадот? Я не говорю, что их не нужно покупать, что это плохая инвестиция, но у этого парня очень смелая точка зрения. И судя по всему, я очень удачно прикупил эти карданы и полкадоты около месяца назад, когда выпустил по этому поводу видеоролик. А если быть точнее, это было две недели назад. Вот этот ролик. Если вы его не видели, обязательно посмотрите. Ссылку на него оставлю в описании. Итак, этот фонд, который продает биткоины за полкадот и кардана, рассказывал о том, как кардана работает в Африке. IOHK, если вы не знали, именно они создали блокчейн Карданы. Записывают эпизод Africa Special. Он будет доступен уже очень скоро. Как мы уже знаем, Кардана работает для того, чтобы люди в Африке могли получать доступ к банковским услугам, не посещая при этом отделения банков, которых зачастую вообще нет. Это делают и многие другие криптопроекты, но Кардана является одним из лидеров этого направления. Это одна из их главных целей. Данный информационный ролик должен выйти в конце марта. Скорее всего, они будут рассказывать, как они стараются помочь и этот ролик покажет кардана в лучшем свете я не имею ничего против я просто заостряю ваше внимание на всех этих вещах объедини это все вместе сложи конструктор и это станет той причиной по которой кардана растет и уже находится на третьей позиции в coin market cap в то время когда почти весь остальной рынок падает Интересно, как высоко может взлететь кардана. Эти новости точно приведут к обновлению исторического максимума, особенно учитывая события типа черного лебедя, о которых я уже не раз рассказывал. Например, вот это бас-гитарист группы KISS. Джин Симмонс купил Кардана на 300 тысяч долларов и просто написал об этом в Твиттере. Вокруг Кардана сейчас творится настоящее безумие. Все же я думаю, что розничный интерес связан с желанием найти что-то лучшее, чем сеть Эфириума и его комиссии. Эфиру пора решать эту проблему, и пока он ее не решит, такие проекты как Кардана будут взлетать. Я думаю, что весь этот рост в том числе заключается и в желании людей найти альтернативу эфиру во время его сверхвысоких комиссионных. А теперь перейдем к новости, слухи, о которой ходили уже некоторое время. Но теперь это уже не слухи, это факты. Grayscale объявил про исследование новых инвестиционных продуктов. Это уже подтвердилось, они сделали шаг в направлении новых активов. Самый крупный управляющий активами Grayscale объявил о рассмотрении нескольких новых цифровых активов, которые они потенциально будут предлагать своим клиентам. Цифровые активы, которые находятся на рассмотрении, включают, помимо прочего, и ADO от Cardano. Кстати, кроме Cardano здесь еще есть Basic Attention Token, например, EOS, Cosmos, Monero, Polkadot, Tezos. И Yorn Finance. Эти монетки у меня тоже есть в портфеле. На самом деле это очень большая новость, ребята. Далее цитата. Мы стремимся к расширению нашего предложения продуктов, чтобы лучше послужить нашим инвесторам, говорит генеральный директор. Вселенная цифровых валют постоянно эволюционирует, и мы хотим найти смелые, интересные и инновационные возможности, которые удовлетворят спрос наших инвесторов в разнообразии этого расцветающего класса активов. И, наконец, ребята, момент... Истины. Вот еще одна причина, по которой я думаю, Кардана может показать 1 доллар, 2 доллара, 3 доллара или даже 4 доллара за токен. То есть пройдет через очень серьезный рост. 580 миллионов долларов открытого интереса делают Кардана третьим среди крупнейших рынков фьючерсов. Открытый и интерес на рынке фьючерсов для ADA вырос до 580 миллионов долларов, обогнав Litecoin и став третьим среди самых крупных рынков деривативов. Опять же, звучит сложно и непонятно, что это вообще значит. Это значит, что люди хотят торговать карданом. И когда это случится, когда у них будет такая возможность, скорее всего эта монета очень серьезно вырастет. Даже если что-то для нее пойдет негладко. Если у тебя насчет этого другое мнение, пиши в комментариях. В завершение я думаю, что это очень круто, учитывая то, что в 2018, 2019 и даже 2020 Аду сильно хейтили, ведь она упала с более чем 1 доллара до буквально нескольких центов эта монета в свое время обросла большим количеством хейтеров, чем сейчас Ripple XRP. Конечно, я не представляю, как Ада может обогнать биткоин, но и будущее у нее, скорее всего, очень даже неплохое. И кардана, и полка дот присутствуют у меня в портфеле. Хотя, конечно, не так много, как биткоина и эфиров. Напиши в комментариях, держишь ли ты Аду или Полкадот и как долго ты их держишь. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе полезным или интересным, не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого.